Здравствуйте, кто меня слушает. Сегодня я хочу рассказать вам про Амира, про моего внука. Ему исполнилось в этом году 9 лет. Он учится в 3-м классе. У него синдром дефицита внимания, гиперактивности. Этот диагноз мы поставили с 2 лет. Только в 3,5 года он начал говорить. Вот с 2,5 лет мы его лечим. То медикаментозно, то всякие массажи. Бывал и в реабилитационном центре. Особенно много мы с ним возились, когда ему уже пришлось, надо было готовиться к учебе в школе. В это время мы его водили к психологу, к логопеду, к дефектологу, на всякие курсы, проверяли его, ему и сердце, и все, короче, все органы. И пошел он в 1-й класс в Махачкале. Он учился, очень тяжело ему было. Учительница жаловалась, что он не может усидеть за партой, что он не слушает, всегда у него каждый день терялась ручка, каждый день у него были все разбросано, терял, короче, все, ничего не писал, он просто присутствовал на уроках. Учительница даже говорила, надо его отдать в коррекционную школу. Но я была против, я сказала, давай, привози его сюда, будем заниматься здесь, в селении. Отправили его во 2-м классе в сельскую школу. Здесь он, учительница была очень доброжелательная, детей было мало в классе, было больше внимания ему, и он с самого начала ему понравилось в эту школу ходить, но первое время он там тоже и не писал, и не особо так не участвовал, но учительница очень активно его вовлекала, была очень к нему внимательна. Но она говорила, что его невозможно посадить за первую парту,